сюда. Похоже, путь свободен. Фрэнку всегда приходилось нелегко из-за того, что он младший брат Эрика Симмонса. Все началось в школе и продолжалось, когда он занялся альпинизмом. Все постоянно сравнивали его со мной. Как бы мне хотелось, чтобы он перестал со мной состязаться. Он и без этого достойный малый. Возможно, я был с ним слишком строг. Слишком на него давил. Я лишь хотел лучшего, но, возможно, все делал не так. Серьезно разозлится, если и на этот раз его задницу спасу я. Опять.
Вот таковы. Может быть, если мы оба переживем это, у нас с Фрэнком изменятся отношения. Мы снова станем друзьями. Деревня Черку. Она кажется такой мирной, но все здесь мертвы. Assuming I haven't gone stark raving mad.
альпиниста. 18 200 футов. Я на уступах над Чарко. Направляюсь к монастырю Ньян-де-Кибук. Надеюсь найти там ламу Тхотпа. А пока смотрю вниз на долину, укрытую туманом. Сложно поверить, что все до одного там мертвы.